щеки закатом или восходом, теперь все равно. Вновь Мария уходит солдатом, покидая родное село. Скрылась парочка в облаке синем, сердце прыгнуло резвой козой. Не вернется, сказал друг Василий, захлебнувшись горючей слезой. Ведь Мария лучше, чем Аленка, ни с какой стороны не смотри. Ты такой аппетитной бабенки не найдешь, обойдя полземли. Я верю, не покинет Мария свой край. И однажды в открытые двери крикнет Ваня, давай наливай. Сколько за год солдат и матросов уводила Мария в туман. Так что, Ваня, зажги папиросу и наполни граненый стакан. Грохочут весенние грозы, робко Маша протиснется в дверь. И под шорох российской березы тихо скажет Василию налей. Ведь Мария лучше, чем Аленка, ни с какой стороны не смотри. Театру проехать.
Вместе с помидорами задали огурцы и яблоки.